Всем привет, с вами Фристайл, и сегодня мы будем продолжать играть в Террарию. Остановимся на том, что мы победили Скелетрона. И сейчас мы отправимся в данж исследовать и получать новые вещи. Если, конечно, нас не убьют. Давайте все книжечки соберем. Мало ли что. Так, осторожно, осторожно. А что там? Мне интересно. Что это? Так. Ау, 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 ау. Это больно. Это больно. Все будем. Так, я уже слышу. О, а ты кто такой? Ты кто такой? Ты кто-то. Подождите, ребят, подождите. Так. Слушайте, не так люди и вообще-то принимают. Вы знаете это? Так, ладно. Что-то с ними не так. Свет. А, значит, что мы делаем? Берем просто наш... Чёрта. И вошли в бушусью. Просто... Не очень-то они добрые. Нет. Ау. It hurts. Так. Ладно. У нас есть один золотой. Два золотых. Круто. Тогда давай еще один. Просто прекратите меня бить. Так, просто поставь. Так, иди, осторожно. Ау. Так, тихо. Открываем, смотрим, что за... Да! Сразу попался. Отлично. Ставим здесь котелок. Привет. Да, давай иди сюда. Ко мне. Давай. Что дальше? Здесь больше ничего нет. Да, здесь мне точно не рады. А почему? Я ж такой добрый. Что я здесь? Давайте идем дальше. Привет. Попадались книжки с магией. О, нет, здесь нет. Ты думаешь, ты такой умный? Grenades! Бум. Убей кого-нибудь. Убей хоть что-нибудь. А фак. Скилл. Это скилл, господа. Так, отлично.
Еще один? Да вы издеваетесь. Зачем они мне? Это... Хил, телепортация, золотая монетка, круто. И это. Так. Ау! Эй, как я так не увидел? Эй, ну как нечестно. Давай, попытка номер два. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я представляю человеческий род. Давай сделаем по-умному. Не так, как я сейчас сделал, а давай сделаем по-умному. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Да, здесь бы без мини-шарка вообще не обошлось бы. Ты. Тогда что мы делаем? Отражи. Отражи. Молодец. Так что ж, если меня так убить, как хотя. Подожди, я могу туда гранату бросить? Отлично. Идем дальше. Ну. Так. У нас есть еще золотые, да? Отлично, Мурамаз. Да, да, она нам тоже попалась. Это очень хорошо, ребят. Прям 10 из 10, данж года. Балки 20. Помнишь. Сдохни. Очень хорошая штука. Дверь. Откройся. Так, пойдем дальше. Nope. Посмотрим, насколько глубоко, а не глубоко. Нет. Простите, извините, я хотел простить. Сознался. Просто. А, не прожили. Надо. Эй, хватит! Что ты делаешь? Опять кто-то идет. Меня окружают. Плохо. Это очень-очень плохо. Хватит. Прекратите. Оу. Щит. Знаете, что я думаю? Давай, вверх! О, нормально. Так, нам бы отхилиться. Давай, еще 4 секунды, 3, 2,
Одна. А, нам нужен хил посильнее. Гренейд. Бум. Гренейд. Оу. Да что ж всем так не терпится-то, а? Серьезно, серьезно, серьезно. Хватит, 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 хватит. Все, 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 успокойся, успокойся. 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 Успокойся, господа. Успокойся. Так, нет, 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 это слишком для меня. Нет. А, значит, приоритет номер один. Взять и пойти нафиг в ад, и там, собственно, сделать доспехи. Огненные, или как они там называются. И потом уже говорить будем. У нас еще... бонус. Consumes one. Что это? Что это такое? Господа. Я не понимаю. Так, щит. Нам, черт подери, очень нужен, как его называют в народе, лук. А, так, да, черт возьми. А как нам нужно сделать побольше крутого хила и... Так, ладно, давайте сначала посмотрим. 88. Laces Bow. Что это такое? А! Так, а на кой черт нет? Bone Blow. Серьезно? Зачем? Так, ладно, значит, у нас есть Мурамаса. Так, значит, и нам нужно пойти в джунгли. Я только не помню, где они. Они должны быть где-то здесь. Да, вот они начинаются. Нам нужно пойти туда и добыть там еще этот меч... который спор делается. О, да. Так, нам нужно больше патроны. И я, наверное, продам нафиг вот эту штуку. Сколько она стоит? Новая. Ставим тогда. Че нам сложно? Так. Это у нас что в категории? Это у нас что? То, что может, что чем-то нужно. Ну, выпали. Так, это не нужно, это не нужно, это не нужно. А как делается защита Некро? Некро. Эль Некро, грамотно. Вот. 5, 6, 7, 6. 5-6-5. Ну, не нужно нам это. Тогда это обратно убираем. И сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать с... Как точнее, нам нужно что делать? Нет, вернее.
Это вроде нужно рядом с печкой делать, да? Нет, зачем ты это сделал? Боже мой, зачем? Да, бутылочки нам нужно много. Штук 30. 32. Так, затем нужно поставить на какой-либо стол. Чтобы сделать... Вот. И теперь надо просто знать рецепты, а я их не знаю. Сейчас мы тогда... Я обрежу, посмотрю, как делаются те или иные зелья, и мы продолжим. Так, значит, я посмотрел, и зелья делаются из... светящихся грибов. И у нас должно быть еще побольше. Это значит, у нас 30-30, много у нас зелий. Мы сейчас сделаем, пойдем... крутые зелья. Побольше. Вот 30, стоп. Нет. 15. Нормально. Нормально. А как делаются зелья такие? Малые из... Ага. Ну ладно. Мы можем еще сделать зелье регенерации на всякий случай. Оно делается из... бутылки. Давайте сделаем две. И гриб. Простой гриб и цветок дня, он так называется. И мы можем сделать что? Rise and Shine. Мы можем сделать вот такое зелье, но нам нужно две зелья регенерации. Регенерация жизни 5 минут, значит, у нас 10 минут, отлично. Что дальше? Наверное, я обрежу. Точнее, не обрежу, а закончу уже. И что? Давайте мы все ненужное... Все ненужное скинем. О, у нас уже было зелье регенерации. Это круто. Здорово. Тогда... Так, нельзя, значит, просто делаем так. Сюда. Косточки. Боунблок, ну, поставим сюда. Невелика потеря. Сюда. Так, значит, нам нужно... сохранить эту возьмем. Так, у нас есть это так, это можем убрать, да, думаю, все. И это тоже берем, потому что мы сейчас не пойдем, наверное, не в данж, а я, наверное, даже и не буду записывать, как я пойду в, как они называются, боже мой, джунгли. И потом возобновлю, когда у нас будет уже... что? Что у нас будет? Меч.
Что это вообще делать? Я не понял. Всем спасибо за просмотр. Я, наверное, вас покину ненадолго. А пока советую вам подписаться на канал, если хотите увидеть больше продолжения летсплея. Ставьте лайки, комментируйте, добавляйтесь в группу ВКонтакте, ссылка будет, как обычно, в описании. Да? А пока всем пока, ребят. Увидимся в следующей серии.